Всем привет из Северного Степного Крыма. Всех крымчан-россиян поздравляю с праздником. С днем воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Вот. Такая вот у нас погодка. Весны, в общем, нету. Холодно. Тучи, ветер холодный, северо-восток дует, и вот снег идет. Зимуем. Пчелы в марте, по-моему, один день летали так единичные, и все. Короче, весь март практически пчелы не летали. Вот такое вот развитие. Развития 100% никакого нет. С кем разговариваю, с пчеловодов наших крымских, у всех расплод прекратили. Кто имел возможность, заглядывали. Печатный расплод есть, открытого нету, развития нет. Третья весна подряд продолжается веселуха. В марте возвращается зима. Ну, будем надеяться на улучшение погоды. Вроде бы там уже через недельку вроде потепление будет. Я думаю, к концу марта, где-то так, ближе к апрелю, только придет весна к нам. 2 года до этого уже так было. Потом апрель. Очень ветрено, и потом в мае начинается жара. В общем, как обычно, развитие никакущее. Так и пчеловодим. Всем пока.